В прошлом году за коррупцию в Молдове задержали более 500 человек. Центр по борьбе с коррупцией опубликовал отчет за 2019 год. Самым коррумпированным оказалось Министерство внутренних дел Молдовы. Зарегистрировали 56 случаев подкупа. Следующие в антирейтинге – Минздрав и таможня. Правонарушения зафиксировали в большинстве ведомств Молдовы – от Минсельхоза и Министерства обороны до МИДа и Бюро судебных исполнителей. Всего за один год задержали 45 полицейских инспекторов, 11 примаров и экзамов, 18 директоров. Больше всего от коррупции пострадал Кишинев. В молдавской столице выявили 441 преступление.